Все-таки снесут. В Волжском районном суде огласили решение по иску жителей таунхауса в поселке Юбилейный. Дольщики просили перенести сроки сноса их многоквартирного дома. Основные аргументы для отсрочки – предстоящие холода, отсутствие финансовых возможностей для приобретения или аренды жилья, а также наличие малолетних детей. Напомним, судебные тяжбы между жителями многоквартирного дома и их соседями начались в этом году. Последние заявили о своем нежелании мириться с четырехэтажным зданием в элитном коттеджном поселке и подали на владельцев квартир в суд. Представители Фемиды постановили снести дом без предоставления дольщикам жилья. В настоящее время судебные приставы описали и опечатали имущество обманутых жителей, но пострадавшие жильцы обратились в суд с апелляцией. Сегодня председательствующий, рассмотрев все доводы, вынес постановление об отказе в удовлетворении иска.